В стратегическом командовании США рассчитали место и время падения российской межпланетной станции «Фобос-Грунт». Ее запустили 9 ноября, но неудачно. Из-за неполадок аппарат направился не к Марсу, а застрял на околоземной орбите. Ожидается, что он войдет в атмосферу Земли 14 января и упадет на территории Афганистана, близ города Мирабад. Прогноз предварительный и может еще измениться. В Роскосмосе конкретики пока меньше. Сообщают, что «Фобос-Грунт» может свалиться на США, Африку, Китай, Японию или Южную Европу. О точных координатах в Роскосмосе сообщат не ранее, чем за сутки до падения. Земной поверхности достигнут 20-30 осколков аппарата весом около 200 килограммов. Но содержимое, в том числе топливо, сгорит в плотных слоях атмосферы.